Итак, всем привет. В этом видео покажу вам, как покрасить вот такую М4А4 в скин Азимов. Поехали. Итак, для начала нам нужно покрасить наш макет в белый цвет. Также я покрыл грунтом матовым всю весь наш макет. Итак, после того, как мы покроем первый слой белой краски макет, нам нужно покрыть еще три слоя. Так, далее залепливаем скотчем те места, где не нужно покрасить, и красим все остальные места в черный цвет. Красил я матовым баллончиком, черной краской. Также хочу извиниться перед вами, то что не записал части, где я красил оранжевые части макета автомата, так как я забыл нажать кнопку записи. Точнее, я нажал ее, но она почему-то не сработала. После того, как мы покрасили весь наш макет, у нас должна получиться вот такая М4А4 Азимов. Очень красивая, мне она очень нравится. Одна из самых моих лучших работ. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр этого короткого видео. Также я хочу сделать новый нож М9. Штык-нож, не М9, просто штык-нож. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.